Я не хочу убивать арабов, повторяю это в очередной раз. Арабов придется убивать лишь в том случае, если они останутся в стране. Если они начнут бунтовать, вы что думаете, что любое другое израильское правительство просто скажет армии «пусть бунтуют»? Даже если бы премьер-министром был Абба Эбан, упаси бог, даже он не допустил бы этого. Я вам расскажу одну историю. Когда я служил в армии, в Самарии, в нескольких городах восстали арабы. В том числе они восстали в Рамалле, где я служил. И меня послали подавить восстание в Рамалле. За 5 минут по городу прошел слух, что идет кахане, и бунт тут же прекратился. И ни одного араба не убили, а в Хевроне, Шхеме, были убиты арабы. Я думаю, что само имя кахане в должности премьер-министра с армией в его распоряжении послужит компасом для всех, кто собьется с пути.